Всем привет! Сегодня разберем упражнение, которое поможет вам научиться поворачивать плечи для правильных замахов в теннисе. Вам понадобится футбольный мяч, можно использовать даже спущенный, а также необходимы согнутые ноги. Не забудьте их взять с собой. В принципе, привыкайте всегда в теннисе быть на полусогнутых ногах. Прежде чем приступим к упражнению, подпишись и поставь лайк, а еще сходи в наши плейлисты, чтобы проще было найти интересующие темы. Погнали! Берем мяч двумя руками, разворачиваем корпус так, чтобы смотреть на теннисный мяч через плечо. Далее выпрямляем руки и ведем футбольный мяч навстречу теннисному. После касания еще протаскиваем движение вперед, не сгибая локти. И только в самом конце можно увести мяч за плечо, как на ударах с ракеткой. В этом упражнении очень важно не забывать про работу ног и сильный поворот корпуса. Когда к нам летит теннисный мяч, мы готовим замах так, чтобы смотреть на него через плечо. Также и в игре. Мы должны повернуться сильнее, чтобы выполнить хорошую и правильную подготовку к силовой части удара. Кстати, еще одно упражнение на разворот плечей есть у меня на канале. Сейчас будет всплывающее окошко. Заходите. Спасибо, что были с нами. Успехов на корте и побольше побед. А я не прощаюсь. Увидимся в интернете.